Так, ну что, мы идем на оперу. В новую локацию. Первый раз здесь. Не первый раз, как Тартикава. Не, ну в смысле в это здание, я имею в виду. В консерваторию. Да мы миллион раз там ходили. Слушай. Где это вход? Ну да. Ладно, нам надо подождать немножко. Так, ну что, мы уже зашли? Тут... Что? Ну, а на экране потом что будет? Ладно, погнали куда-нибудь, сходим наверх. Ну, а что еще делать? Каток. Так а что тут ничего нет? Эй, прохожий, проходи. Там можно было увидеть, как чел тренируется, в смысле репетирует. Это одно и то же. Интересно, какой там зал. Тут симпатично, мне нравится. Да, но почему я здесь сесть? А где вин и фуршет? Да, помнишь, как встречали как гостей? Не, вообще как-то странный, конечно, мужчина. В том плане, что, типа, лестница, зал, для чего? Смотри, какие маленькие двери. Ну-ка, держи. Держи. Должен разобрать. Ну, тетелька в тетельку. Туда нельзя? Ну, открывай. Давай, зацени. Дай я посмотрю. Пока рано подойти. Так, мы, по-моему, на третьем этаже. Сейчас тут на запретную территорию перейду. Куда нам еще выше? Пошли тогда выше. Блин, да, конечно, сегодня будет шикарно. Так, прыжок сквозь время. Так, вот наступило будущее. У нас, походу, самый верх. Да, точно. Под потолком. Блин, как круто. Что? Круто. Вообще, если чуваки сядут. Браво! Как зашибет. Так, ну ладно, будем ждать. Пока что пауза. Ну что там, когда уже?
Даша сидит. Все уже собрались. Уже ждать нету сил. Так, ну все закончилось. Были клево. Дашка, ты? Даша. Что? Я говорю, скажи, как тебе? Ладно, пойдем спускаться. А, ну нам же туда и так надо. Пойду до улицы, да? Сейчас вернусь.
Thank you.